Если бы мы жили в квартире, на нас бы нам уже накричали, настучали и нажаловались. В общем, у нас кто чем занят. Мишка играет в игру, в компьютерную. Тоже не тихо. Иной раз на стуле подскочишь, он там начинает кричать. Егор в своей комнате зажигает. И девчонки играют. В общем, у меня там шум и гам стоит наверху. Но если я сейчас буду подниматься по лестнице, то, во-первых, у меня хрустит коленка, они это слышат. А во-вторых, лестница скрипит, они тоже это слышат. В общем, я снимаю снизу. Мама-то вас давно уже снимает, как вы кричите. О, Вась, ты еще и в трусах. Ничего себе. Ну-ка, быстро одеваться. Лерка наблюдает за скотиной. Можно я покажу тебе? Сейчас, Егор, подожди, смотри, улитки нажевывают. Нажевывают. Интересно за ней наблюдать. Грызаются в свежий салат. Ну куда ты здесь-то все раскладываешь, Егор? Столько много. Егор, не терпится похвастаться. Пойдем к тебе в комнату. Пойдем. Я хочу похвастаться. Надеюсь, не удаляют наше видео. У нас жарко. Вот как хотите. Вот. Егор в шортах, не в трусах. Я сейчас кто-то буду убираться. Ну, и что тебе подарили? Давай смотреть. Вот это подарили. А что это такое? Бабочка под воду. Стаканчик. Палочки. Егор, стаканчик не проливай-ка. И фломастеры. Фломастеры, пенал, да? И какая-то еще игра была. И ножницы. Ножницы. Вы сейчас все расшвыряете у меня, как курочки копаетесь. Так. Ну все, все пришли, всем все... Вась. Мама, а туда еще какая-то игра где-то была. Это как бы нашли? Это? Под краски, мам. Вот машинка. Так это не подкраски, это краски. Подкраски. Это краски акварельные. Так, давай все в коробочку убирай. Это тебе для школы. Это ему сегодня в садике на выпускном подарили. Василис, вот. Закрой, пожалуйста, все. Вот столько тетрадей, мам. Угу. Это доска. Еще это лепить из пластилина. Пластилин, как у меня был. Угу. Да. Мама, а тут еще написано... Где-то играет, тут такой листочек. Вот тут, значит, на. Да это листок положения, то, что здесь. Ладно, все. Так, убираем и кушать спускаемся. Там вот все готово. Вот шоколад ты забыл. Вот. Меня кто-нибудь слышит? Мама. Ау! Вася! Мама, а ты... Я здесь! Меня кто слышит? Нет? Да, я сейчас... Дай. Что я сказала? Да ладно-ка. Ну-ка, что я сказала, Снежан? Ты сказала, мы убирайте все. Правильно, убираем. Собирайте все, убирайте и мыть кушать. Руки, ну, мыть руки и... обязательно. И кушать. И кушать. Плевочка. Мама, а вот мне еще вот такую игрушечку подарить. Черепашка. Ладно, все, Егорка, давай, убирай. И вот пойдем это кушать. Мама, это что?